en arrière, on va travailler avec le bras devant. Bravo. C'est lui qui recouvre ici. Donc avec le bras devant. Mais, si je travaille avec le bras devant, et si on a un bras de pied, je peux pas mettre le poids ici. Parce que ça,
La meilleure des courses. Thank you.
жена будет смотреть, не поверит. Да шучу, я что-нибудь показываю. Скажу, что были, значит, ничего не было. Племянник тот, жены. Это как раз не мы, а жена Елена. Профессионально студией занимается. Это мы так, для личного. Ну, потому что ты вырежем, Серега, наверное, роликов не делает. Ну да. А я потом вообще, естественно, планую. Завтра у меня Ванька приедет и снимает. Ты Ваньку моего видел? Друга. Высокий такой. Нет. Ты не видел, да? А, ты должен был приехать, я нам ролик снимал. А ты куда-то свинтил. А, я помню, да, что-то такое. Серега будет такой потешный. Какой персонаж вспоминается. Ну ты, не, он какой-то собирательный образ, я бы так сказал. Знаешь, это ты, помнишь такой мультик, там, где космос, там, Алиса, короче, там, со своим... Пятая планета? Громознее, да. Тайна третьей планеты. Да, да, да. Помнишь, этот вот злодей такой? Да, 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 как там, Лисичак. Да, да, да. А я не видел, как он попал. Расслабился этот парень, не ждал. Ну, просто его как-то перетыкнул и в расслабленный живот. Я тебе так скажу, я тебе скажу, вот я с японцами сколько семинаров там был, и там у них, ну там, они реально, у меня тренеру сломали ребро, а другу нос. Это вот на таких упражнениях. Семинаре? Да. Но ты не видел же, у нас же на ролике делают, Серегу тебе показывают, и Симура там на своем вот показывает, всем, как он на вашем делает. Замели, ну, рампиди такая, знаешь, это. Такая малаша сидит. Человек стоит, прям вот японец стоит вот так. И малаша такая. У него такая, а что, брызги, и у него такая голова. Вообще мрак. И он реально, я держу японцу. Это я лампу держал, не спрашиваю. А он говорит, в голове давай. И он такой, что он туда? Потом сверху. Все руки. Я тяжелый сейчас сидеть. Он легкий, там килограмм 70, даже меньше. Вот. А Саня нос моему другу сломал. Он обещал. Знаешь, трудно показывать. Ну вот да, тут такой момент, даже интересный. Начинаешь жалеть, не в той манере показываешь. Да.
поскольку дом не пригон.